Мяч уже штрафной соперника. Передача. Но в этой зоне никого из партнеров не оказывалось. Удар. Амара Альдеретте с левой ноги. Мяч проходит, ну, как кажется, далеко. И также сделал одну результативную передачу. Кстати, хороший отрезок именно в 2022 году выдает Альвар Негредо, потому что большую часть мячей он забил именно после того, как Рождество и Новый год отметил. Естественно, не торопится Гонсало Гедеш. Вот она, бригада. Три центральных защитника дошли до штрафной соперника. Подача, удар и перекладина. Будет еще одна попытка Альдеретте. Видите, еще даже не все защитники дошли до чужой штрафной. И Брайан Хиль. Кто же, как не он, должен был здесь мяч перехватить. Перес. Подача штрафную. Негредо. Удар. Опаснейший момент. И выручает Георгий Мамардашвили. Локтем в лицо Брайану Хилю Луиса Спину. Но дальше-то игру арбитр продолжил. Еще раз мы смотрим. Хороша подача. Ну и Негредо делает то, что, в общем, добирается до штрафного соперника. Играет с Негредо. Передача на Ивана Алехо. Подача штрафную. И вот здесь бы еще кому-то из своих до мяча добраться, но это не происходит. Левым флангом. Удар. Прямо в руки Георгия Мамардашвили. Забегание по флангу от Тири Корея. На передаче на Солера. Он штрафной. Гедеш. Дальше Макси Гомес. Под правый удар прямо по центру. Не очень уверенно действует Эремис Ледесма. Перед собой мяч отбивает. Пытался напугать Габриэла Паулисту Рубен Собрино. Гаян. Получает по ноге Карлос Солер. И еще одна карточка. Она становится второй. Когда человек вышел с ней, поиграл, передал на какое-то время. И в концовочке она к нему вернулась. Далеко от себя мяч отпустил. И все. Звучит финальный свисток. Два раза в этом сезоне Валенсия и Кадис играют ничью 0-0. Это происходит впервые в истории Ла Лиги.